Хотя не помню, блядь, даже не знаю, что делать. Уберем твоего коня отсюда. Этот, короче, правый отряд коней в бой. Блять, а можно барона как-то по центру поставить мне? Блять. Готовьтесь к забвению! А что, ну а зачем его убивать? Ну хотя да. Убивай. А тебя все равно толку теперь нет. Такой, так много возможностей, и в тебе просыпается фейсхант. А кони вернутся! Вот, смотри, вот мы поняли, только с воронкой. Я вижу, Никит, у тебя мелькает весь экран так? Вот. Вот у меня есть просто такая выбежная карта. Я могу по хребти твоего коня. А, понял, что не надо? Здесь на мои. И кто тут цыган? Оригинально. Подожди, Никит. У меня просто только что прозрение такое наступило. Никит, шансы же велики, смотри. Да блядь! Ну сколько умерло коней? Сколько умерло коней? Блядь. Коней же умерла толпа просто. Неимоверная толпа умерла коней. Я же специально больше сделал шансы, побив еще коней. Все равно вот это вот вылезло существо непонятное. Бей его. Вообще об стену. Механизм раскопал себе. Вот это неправильный механизм вообще. Мы, думаю, пацаны с ним справятся. Пацаны, давайте. Налетай. Пацаны, вот так. Это пусть посидит у меня в колоде. Да. Откуда ты вообще? Откуда я его погреб? А куда он делал его? А чё так? Это как-то неправильно. Подумайте о своих прежних прегрешениях. Подумайте о своих прежних прегрешениях.
прыгнем. Пират остался в колоде? Никита, у тебя в руке пират? Да блин, все умрут! Все мертвы. Ничего не изменилось. Боже, стер... минус одно хп. Не буду мне нахуй! Я смотрю в завтрашний день. Какой завтрашний день я вижу? Какой завтрашний день я увидел? Никит, не все могут увидеть. Завтрашний день. Вернее, все, но не все могут увидеть. Блядь, слышишь, ну, блин. Ты! Повелитель пуляющего легиона. Я повелитель, сука, коней, блядь. Вчера не выйдем. Во имя света. Нет! Мне Мюнхгаузен Моношторм выпал. Потому что моя колода профессиональная. Я пока не буду жрать, что из-за меня твое лицо отхилить еще. Что мне делать? И все, кто ищет путь, потеряли свой. Это видео можно будет ускорить и музыку смешную добавить, и все. Как кони пробегают. Что это цыганское такое? К ней будешь выпить теперь? Окей, ты себе урон на меньше не наноси. Уйдет, блядь, отсюда по-любому. Я же говорил, блядь, не нравится. Он же сказал, не нравится ему это место, Никита. Не нравится мне это место. А ты что, не знал, что можешь себя убить? Это любой. Не нравится мне это место. Ебался. Блять, какого коня покажи? Покажи мертвого коня мне. Ты видишь мертвого коня? Я не вижу. Всё, теперь тебе урон даже не наноси, и мне не наноси по лицу. Может, коней мне.
крышу есть, можешь разбить. И даже меньше хп ему сделают. Смотри. Шляп. Хорошо, никто никому бананов не дал. Пекло. Ферно. Лови. Да, мне теперь карта чердак не жди, который... Мне пункт получить, коней погибли. Что он с конем с вами сделал? Что нахуй? Ой, блядь, кто мне пришел там? Пираты! Услышь, зов! Только, блядь, Никита, только не бей моих коней. А кто, блядь, я от пирата потом не избавлюсь? Никита, блядь, у меня же все равно пиратами будет забито. Да, блядь! Раз. Он сыграет с тобой в игру? Сыграл. Проклятые готовы сражаться. Ты знаешь, что он готов сражаться? Да. Сейчас снова без аним. Кони со стороны анимации пролетели. Это же незаконно! Это же незаконно, да? Как понимаешь, это законно? Никита, смотри, что я сделал сейчас. Цель отмечена крестом. Проклятый конь. Блин, а сколько матч делится, что ли? Не больше получаса? Или сколько мы не больше? Надо будет узнать. Чем заняться двум джераксусом? На остальные предлухи. Да, скаку. Инферно. Ох, ебать, какая карта выпала. Вот, сука, Никит. Опасно, знаешь почему? Я просто три карты выбрал, я не могу выбрать. Жертвенный договор, бронзоборот и крушитель из бездны. Кого выбрать, Никит? Кого? Скажи мне. Не нравится мне это место. Да, ну не могу тебя подшивить его. Надо было бронзоборода брать. Хотя, надо было жертвенный договор взять, сука, и схавать твоего демона. Инферно! Это действительно так необходимо! Действительно так необходимо? Нет, мои кони будут отборными. Я сущность магии! Ай, мой конь, он вернется.
Блять! Ну ладно, я тут вижу. Это... Блять, это ж имба! Блядь, Никит, почему нема карт, которая, к примеру, не может умереть, пока на столе есть еще другие карты? Представляешь, сколько это, блядь, было бы? Блядь, Никита, мне надо, чтобы ты его убрал. АОЕ, пожалуйста, какое-то. Мягенькое. Мне просто такая карта пришла. Вася пришел. Два раза одного и того же бафнул? А, ты решил типа себе инферно всех забафать, да? Блять. Ладно. Думаю, ты знаешь, что мне пришло в руку. Очередной Джиракс. Это за каждого вызванного инферно ты будешь получать 0 маны. Он Никит! Ты слышал, какую-то фразу сказал, когда ты его вызвал? Серьёзно? Я не знал, что... Уничтожить тебя! Ебать, как пизда-то... Ай, больно! Блять, Никит. Что мне делать, скажи? Вот надо... Никит! А теперь-то адским пламенем нельзя бить меня. Спасибо. Ищи хилку мне! Не до твоего коня спижу. Щекотно. Рекомендируешь его? Добро пожаловать на большой турнир, герой. Добро. Инферно. Да. Сразу знает, кого бить. Надо, чтобы заклинаниями только приходили, а то... Рука у меня и так почти наполнена. 9 карт. Вот надо вот такие, чтобы вытягивания души не проходили сейчас. Да, блядь. А что там с ним было? Да? Так он, когда он был, Никит, 6-6? Нет, посмотри по логу. Он 1-1 был. Конечно, 6 давно убили. Ты за столом вообще не следишь? Время меняться. О, пришло. Приехало. Все, блядь. А это из него эти остатки, короче. Я стану лордом Джараксусом. Сделал всякое неопасного. Перед тобой Джараксус, эдарский повелитель плающего легиона. О, наконец-то, да, Никит? Чё ты рад, теперь будешь хоть 6 коней получить. Я с ним получу. Блядь, Никит! Ты вот вызвал такую конченую карту.
Это пятый раз уже! Никит, зря ты его вызвал. Да ладно, ладно. Я потом дону. Ну, блядь, ну зачем? Меня же хп отнимет. Блядь, прости, пожалуйста, прости. Прости, пожалуйста. Знаешь, кто выйдет сейчас? И покорен мне демон! Наверное. Ничтожный! Сейчас у тебя столько коней будет? Я об этом позабочусь. Ну, ты имеешь 1 000 000 коней. Ты не пройдешь. Моли о пощаде. Да это подожди его убивать. Я у тебя черного коня забыл спиздить. Это проклятие Рафамат вы ее за это, сука. Проклял Рафамат. Сейчас он. Что бы сейчас связнуть-то? Да впрочем! Да начнется игра. А чё мои сначала сдохли? Не трожь сейчас, я у тебя коня просто спишу. Я у тебя коня буду пиздить. Трошки. Не трожь. Что тут надо? Коня вспомнил. Кабли. А, конь, иди сюда. На тебе домену. Да, в самого начала было. Когда? Когда у тебя все время один конь стоял? Так мне надо было карты другие сбросить. И так я мало забросил. У меня вестник Рока лежит в руке. И голема Нимуса. Ну кто-то задубил. Ты не демон. С подним конь. В лицо твое, конь. А смотри, ты только себе хуже сделал. У тебя 4, это, подделал 4, у меня всего лишь 2. Инферно! О! Хорошая карта пришла. Давай. На, коня поебал. Играем в игру еще одну. Кушаем. Где он? Ты знаешь, кого я мог скушать? Перед тобой чарак тут. Владыка пылающего региона. Перед тобой жертвен договор. Эридарский? Мой Шараксус, Эридарский повелитель Пылающего Легиона! И Эридарксус! Извиняется! Эридарский, блядь, не знал, что он так.
На фул выхилился. А, подожди, Эйдис погибли света и погибли тьмы. Лол, я только сейчас заметил, что они сестры. Лол. Никит. Да-да-да-да. Жру демонов твои, блядь. Направо и налево. Я! Лорд Джараксус, да блядь, нахуй мне это говорить? А, блядь, не так. Перед тобой Джараксус, эридарский повелитель пылающего легиона. Блядь, говорить это все еще надо. Да блядь! Ну ничего, подкоплю-ка я, ман! Что это? Сиханин. О, где-то незаконно. Это бы у тебя вся рука была ликами тлена забита. Смотри, кстати, как красиво, тебя осталось только на фулку выхилиться, и мы будем практически идентичны, только я буду мастером коней. Нахуй нас послать, как прислали-то? Призвали тебя.